Детский сад в селе Озерки уже давно считался одним из самых запущенных в Чердаклинском районе. Протекающая крыша и дырявые окна здания напоминали о себе после каждого дождя и шквалистого ветра. Ситуацию удалось изменить благодаря вмешательству областного правительства и выделению денежных средств на ремонт одного из спонсоров. Нас устраивает все полностью. Во-первых, это было все сделано быстро. Инициатива людей настолько сильна, что мы очень им благодарны. Была сделана крыша в течение недели, а окна уже установлены в течение месяца. Ремонт был начат в середине августа. В течение месяца строители отремонтировали крышу, поставили новое крыльцо и полностью заменили старые деревянные окна на пластиковые. Ремонтные работы обошлись в 2,5 миллиона рублей. 6-летний сын местной жительницы Елены и еще сотни его сверстников теперь с удовольствием ходят в обновленный сад, не боясь заболеть. Ремонтные работы проходили, то есть, в таком режиме, чтобы это было очень быстро, комфортно. То есть мастера даже убирали за собой весь мусор, который они делали, то есть ставили окна, тут же уносили. Даже трудностей, в принципе, не было, когда ремонтные работы происходили. То есть детей так комплектовали, что не было сложностей в этом. Есть у руководства дошкольного учреждения и далеко идущие планы. Это замена линолеума и дверей, которые уже давно пришли в негодность. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.